Дорогой виноградарь, сегодня у нас 15 сентября 2024 года. На связи Сергей Дьяков с нашего дачного участка, который находится в городе Липецке. Смотрите, хочу вас познакомить с гибридной формой посланник. Они вот эти два куста, это гибридная форма посланник, а вот это меланг. Они растут с южной стороны домика. Смотрите, эта форма уже давно поспела. Когда, не знаю. Ну вот здесь была там еще одна гроздочка, но она заизюмилась. Ну, короче, я ее супруге срезал. Она была в восторге. Вкус вообще неповторимый. Ну, она нашла в нем вкус черемухи. Вот. Но так оно или нет, я не знаю. Смотрите. Вот это сигнальный урожай. Сила роста куста, а точнее однолетних лоз, большая. Смотрите, они вот тут, я их уже чеканил, вот, но все равно, ну так по виду, да, сильнорослый, это гибридная форма. Ну и черенки уже вызревают. Вызревают хорошо. Ну практически на всю длину. Смотрите, тут до верхней трубы 2,20 или 2,30, я уже не помню. Смотрите, практически да, вызрела лоза. Так, давайте теперь попробуем. Ну, мы вот тут ходим, щипаем его. Ну, уже некоторые ягодки заизюмились. Смотрите. Изюм натуральный на кусте. Давайте я ягодку попробую. Смотрите. У ягоды цвет практически черный, но он так темно-синий, но он так практически черный. На ощупь мясо, мякоть не твердая, а вот такая мясистая. Сейчас попробую. Ребята, огонь. Это как сын у меня говорит. Он говорит, папа, огонь. Вот, смотрите, одна косточка. Да. И мякоть. Но она такая с подхрустом. Ну, по идее, оно... Ну, такой не желейной консистенции, а мясной, скажем. Ну, смотрите, вот давлю. Во. Мякоть очень приятная. И сок получается красного цвета. Ну, очень сладко. Очень сладко. И вкус без муската. Обычный, гармоничный, но не простой. Есть какие-то привкусы. Вот. И еще, смотрите, вот ягода этой гибридной формы в этом сезоне после
весенних возвратных заморозков необычной формы. Она какая-то продолговатая. А так вообще, по идее, вот тут есть там висюлька одна. Сейчас я ее попробую вытащить. Не вытаскивается. О! Смотрите. Ягода должна быть вот такая, ну, типа шаровидная. Ну, немножко продолговатая. Вот. Смотрите. Давайте сейчас я... Так. На отрыв тяжелая. Я имею в виду, сам отрывается плотно. Ну, ягода вообще вот... Ягоды вот в этой грозде, они уже перезрели. А вот в этой, наверное, дошли до своей кондиции. Сейчас попробую. Огонь, ребята! В большой ягоде две косточки. Но на этот момент сахар уже немеренный. Этот виноград нужно запивать водичкой. Так, давайте покажу. Вот видите, она в руках лопается, трещит. Мякоти предостаточно. Сок. Ну, смотрите, вот на ладонь на мою капает. Ну, вот видите, накапало сколько. Очень хорошая форма. Очень хорошая. Я рекомендую вот эту форму. Посланник иметь на каждом дачном участке. Но она, как по заявлениям селекционера, ранне-среднего срока созревания. Ну, представляете, на этот срок уже, ну вот сейчас, на данный день, все ультраранние и ранние сорта уже съедены. А вот это будет, ну, просто подарком для вас. Для ваших родных, близких, друзей и знакомых. Изумительная форма. Буду заканчивать. Напомню, сегодня у нас 15 сентября 2024 года. На связи был Сергей Дьяков, город Липецк, Россия. Все, пока-пока.